Схематически углеродную нанотрубку можно представить как тонкий и длинный цилиндр, склеенный из гексагональной углеродной сетки или графитового листа. Обычно такие нанотрубки заканчиваются полусферической головкой. В зависимости от выбранного направления оси нанотрубки мы можем получать цилиндрические структуры различного диаметра, от 1 до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров. Точную дату открытия углеродных нанотрубок назвать достаточно сложно. В 1952 году в статье советских ученых Радушкевича и Лукьяновича сообщалось об электронно-микроскопическом наблюдении волокон с диаметром порядка 100 нанометров, полученных при термическом разложении окиси углерода на железном катализаторе. К сожалению, эти исследования не были продолжены. Позднее, в 1975-76 годах, Энда опубликовал ряд работ с описанием тонких трубок с диаметром менее 100 ангстрем, приготовленных методом конденсации споров. Однако более детального исследования структуры также не было проведено. Поэтому официальной датой открытия нанотрубок является 1991 год, когда Иджима методом просвечивающей электронной микроскопии наблюдал коаксиальные многостенные нанотрубки с различным внутренним диаметром и числом оболочек, а также с различной хиральностью. Основную классификацию углеродных нанотрубок проводят по способу сворачивания графитовой плоскости, определяемой числами N и M. В зависимости от типа свертки, нанотрубки могут относиться к прямому типу, это кресло или зигзаг, либо к хиральному типу. Тип свертки также определяет диаметр нанотрубок и их свойства. В зависимости от чисел N и M, задающих разложение направления сворачивания на вектора трансляции графитовой решетки, различают металлические и полупроводниковые нанотрубки. Металлические нанотрубки проводят электрический ток даже при абсолютном нуле температур. К ним относятся нанотрубки типа кресла и тип зигзаг, если разница N и M кратна 3. Проводимость полупроводниковых трубок равна нулю при абсолютном нуле и возрастает при повышении температуры. К этому типу нанотрубок относятся большинство хиральных нанотрубок и тип зигзаг с числами N – 0. Используя числа N и M, можно выразить также такие величины, как угол хиральности, а также диаметр нанотрубки, зная расстояние между ближайшими атомами углерода, равным 144 тысячным нанометра. Графит – полуметалл. Связи в нем обеспечиваются за счет sp2 гибридизованных орбиталей углерода. При сворачивании графитового листа в трубу мы получаем зону Бриллиена, имеющую форму шестиугольника. В случае, если происходит пересечение линии разрешенных волновых векторов точек К в зоне Бриллиена графитового листа, углеродная нанотрубка начинает обладать металлической проводимостью. Известно, что углеродные нанотрубки могут быть как одностенными, так и многостенными. Последние можно представить как сверток, аналогичный бумажному свитку, либо как набор одностенных труб, вставленных друг в друга наподобие матрешки. Причем расстояние между атомами углерода соседних оболочек изменяется от 344 тысячных нанометра до 360 тысячных нанометра. Были проведены теоретические расчеты, которые показали зависимость этого расстояния от диаметра нанотрубки. Причем, чем больше диаметр нанотрубки, тем меньше это расстояние, достигая в предельном случае 344 тысячных нанометра. Углеродные нанотрубки обладают уникальными физическими свойствами. Это механические, оптические, термические, электрические свойства. Так, предел прочности на разрыв на порядок выше, чем для высокопрочной стали. Теплопроводность в 2 раза больше, чем у алмаза. Электрическая проводимость сопоставима с проводимостью меди. А максимальная плотность тока составляет 10 в 9 степени ампер на сантиметр в квадрате. Также уникальная микропористая структура одностенных нанотруб. Их диаметр колеблется от 9 ангстрем до 2 нанометров, а удельная поверхность может достигать 2000 метров квадратных на грамм.
Основными методами получения различных видов нанотрубок являются электродуговой метод, лазерное распыление, метод химического осаждения из газовой фазы и электролитический синтез. С помощью метода электродугового синтеза Иджима в 1991 году получил первые нанотрубки. Метод использует термическое распыление графитового электрода в плазме дугового разряда, горящего в атмосфере гелия. Электроды находились на некотором расстоянии друг от друга, а углерод, испаряющийся с анода, конденсировался на катоде в виде осадка депозита. Материалом анода служил графит. Обычно это длинный стержень диаметром 8-10 мм. Катодный стержень намного короче, а его диаметр составляет 9 мм. При указанных параметрах синтеза при появлении дугового разряда начинается интенсивное распыление материала анода. Часть продуктов распыления осаждается на стенках камеры, а часть на поверхности катода. Все перечисленные факторы – давление гелия в камере, ток дуги, электродное расстояние, а также эффективное охлаждение стенок камеры влияют на содержание нанотрубок в катодном депозите. Продуктами синтеза в данном случае являлись сажа, графит и многостенные нанотрубки. В случае, если в графитовый анод добавлялось металл, никель, кобальт или другие, который служил в качестве катализатора, конечным продуктом были одностенные углеродные нанотрубки. В 1995 году углеродные нанотрубки были впервые получены методом лазерного распыления. Метод состоит в распылении графитовой мишени под воздействием импульсного лазерного излучения в атмосфере гелия или аргона. Графитовая мишень находится в кварцевой трубке при температуре 1200 градусов, по которой течет буферный газ. Сфокусированный лазерный пучок ходит по поверхности графитовой мишени. При этом с нее испаряется графит и попадает в поток газа, который доставляет испарившийся графит из области печи на медный охлаждаемый водой коллектор и оседает там. Сажа, получившаяся таким образом, собирается с коллектора и исследуется на предмет наличия нанотрубок. При этом в зависимости от условий методом лазерного испарения получают различные виды нанотрубок. Если использовать чистый графит, то получаются многостенные нанотрубки, а при использовании одновременно графитового и металлического стержней получаются одностенные углеродные нанотрубки, причем с достаточно высоким выходом. Еще один способ получения нанотрубок основан на использовании процесса разложения метана и ацетилена в присутствии частиц различных катализаторов, таких как никель, кобальт, медь, железо, размером несколько нанометров. Установка по получению нанотрубок представляет из себя кварцевую трубку длиной 60 см и внутренним диаметром 4 мм, в которую помещается керамическая лодочка с 50 мг катализатора. При этом смесь ацетилена с азотом при температуре от 500 до 1100 градусов прокачивается через трубку в течение нескольких часов, а затем вся система охлаждается до комнатной температуры. В процессе эксперимента получаются такие структуры, как аморфные слои углерода на частицах катализатора, закапсулированные углеродными слоями частицы катализатора, нити, образованные аморфным углеродом, и многостенные углеродные нанотрубки. Если говорить о многостенных нанотрубках, то их внутренний диаметр составляет порядка 10 нанометров, а внешний 30 нанометров. Аморфные нити имели диаметр до 130 нанометров, а длина от 100 нанометров до 10 микрон. И это определялось временем протекания реакции. Также необходимо сказать, что выход из структуры нанотрубок зависел от типа используемого катализатора, как описано в указанной литературе. Углеродные нанотрубки можно также получить методом электролитического синтеза. Он состоит в пропускании электрического тока между графитовыми электродами, находящимися в расплавленной ионной соли. При этом погруженная в расплав часть катода иродирует. Далее расплав электролита, содержащий частицы углерода, охлаждается до комнатной температуры. Для того, чтобы выделить частицы углерода, получившиеся вследствие эрозии катода, соль растворялась в воде. Осадок выделялся, растворялся в толуоле и диспергировался в ультразвуковой ванне. Полученные при использовании данного метода продукты реакции исследовались с помощью просвечивающей электронной микроскопии и показывалось, что они имеют различную структуру. Это либо закапсулированные частицы, либо луковицы, либо углеродные нанотрубки различной морфологии, включая спиральные и сильно изогнутые. Как и во всех вышеперечисленных методах, структура и выход продуктов синтеза меняются. Понимание механизма роста
углеродных нанотрубок пришло к Бейкеру и его коллегам примерно в 1972 году. С помощью метода электронной микроскопии с контролируемой атмосферой в этой работе впервые было показано, что углерод осаждается на поверхности каталитической частицы с одной стороны, при этом не осаждаясь с другой. Техника этого метода позволила наблюдать за кинетикой процесса роста, показывая при этом, что активационная энергия для роста нити примерно такая же, как энергия активации при объемной диффузии углерода в никеле. Эти наблюдения позволили Бейкеру предложить механизм роста нитей, показанных на рисунке. Рост по Бейкеру происходит 4 этапа. Сначала разложение углерода на фронтальной поверхности металлической частицы, получая при этом водород и углерод, который затем внедряется в металл, затем углерод частицы диффундирует сквозь нее, чтобы потом выделиться на внутренней стороне, формируя нить. В случае, если взаимодействие между подложкой и катализатором достаточно сильное, наночастица металла оставалась на подложке, а углеродная нанотрубка растет сверху частицы. Также позднее были показаны и предложены механизмы роста углеродных нанотрубок с коническими стенами. Первый из них – это рост с вершины, который предполагает, что каталитическая частица располагается на растущем окончании нанотрубки с коническими стенками. А механизм роста с основания предполагает, что рост происходит с каталитической частицы, расположенной на подложке, при этом окончания нанотрубки закрыты. Позднее, в 2005 году, было предложено компьютерное моделирование процесса роста углеродных нанотрубок на каталитических частицах, например, железа. На первых этапах происходит формирование связей между железом и углеродом. Затем выступает полусфера из атомов углерода, которая в дальнейшем с ростом времени выходит и образует углеродную нанотрубку, прикрепленную к этой сферической частице. Известно, что синтез углеродных нанотрубок всегда сопровождается получением наночастиц и других графитовых обломков. Для избавления от ненужных структур учеными применяются несколько высокоэффективных технологий очистки. В 1994 году Эбисон и его сотрудники предложили успешный метод оксидирования, который позволял удалять каталитические частицы из нанотрубного материала. Позднее появились такие методы, как окисление при высоких температурах и ультразвуковое диспергирование осадка. Также могут быть применимы такие методики, как центрифугирование, фильтрация и хроматирование. Несмотря на большое количество методов получения углеродных нанотрубок, каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. В методе дугового испарения графита основным преимуществом является высокий практический выход до 60%. Однако получаемые нанотрубки неоднородны по диаметру. Кроме того, наблюдается невоспроизводимость результатов. В методе лазерного испарения углеродные нанотрубки обладают более высоким качеством, не обладают внешними наростами. Но в то же время продуктами синтеза являются большое количество графитовых пледров, аморфных частиц и частиц катализатора. В методе CVD основным недостатком является большая дефектность нанотрубок. А в методе электрохимическом это синтез только многостенных нанотрубок и достаточно низкий практический выход. Тем не менее, несмотря на все достоинства и недостатки, основной нерешенной проблемой остается практическая невозможность получения нанотрубок с одинаковым типом свертки и однородным распределением по диаметру. В 2005 году японскими учеными был предложен новый высокоэффективный способ получения массивов одностенных углеродных нанотрубок, не содержащих примеси. Это так называемый водноускоряемый CVD. Получаемые массивы были высотой до нескольких миллиметров и площадью до 50 квадратных миллиметров. На рисунке представлены плотности электронных состояний для металлической и полупроводниковой нанотрубки. Последняя имеет энергетический зазор, называемый запрещенной зоной. Недавно ученым удалось методом сканирующей туннельной микроскопии наблюдать ПН-переход нанотрубки, которая меняет свою хиральность с типа кресла на тип зигзаг.
Особенности Ван Хова в плотности электронных состояний нанотрубок становятся надежной основой для наблюдения сильных оптических эффектов. Энергия переходов между энергетическими уровнями для полупроводниковых и металлических нанотруб различного диаметра различна. Это устанавливает взаимосвязь между диаметром нанотруб, ее хиральностью и энергией перехода, а также частотой. Эта особенность проявляется и в спектрах фотолюминесценции и оптического поглощения и позволяет по данным спектрам и измерениям определять тип хиральности нанотрубок, которые присутствуют в данном образце. Одним из наиболее мощных методов исследования электронной структуры углеродных нанотрубок является рамановская спектроскопия, а также разработанный недавно метод тип Enhanced рамановская спектроскопия, позволяющая изучать единичную нанотрубку, а также метод Рилеевского рассеяния. На рисунке представлен характерный рамановский спектр для одностенной углеродной нанотрубки. Он содержит несколько характеристических полос. Во-первых, РБМ-полоса – это дышащая мода, которая связана с коллективным сжатием или растяжением нанотрубки перпендикулярно ее оси. Д-мода связана с разупорядочением. Ж-мода связана с колебанием вдоль нанотрубки. Она состоит из трех составляющих, так называемая G-плюс-мода, которая не меняется в зависимости от хиральности нанотрубок, и G-минус-мода, которая имеет разное положение в зависимости от того, является нанотрубка металлической или полупроводниковой. Используя положение мода РБМ, можно рассчитать диаметр нанотрубки, используя указанное уравнение. Как показано на рисунках справа, заполнение углеродных нанотрубок различными соединениями благодаря взаимодействию зоны структуры нанотрубки с химическим внедренным веществом приводит к изменению электронной структуры нанотрубки и сильным сдвигам всех характеристических полос. В связи с этим большой интерес представляет заполнение углеродных нанотрубок различными неорганическими соединениями. В настоящее время разработано несколько методов заполнения нанотрубок. Во-первых, это заполнение из расплава кристаллизуемого вещества, позволяющее получать протяженные структуры кристаллизуемого соединения и 100% заполнение. Во-вторых, это добавление металлосодержащих прекурсоров в процессе синтеза нанотрубок. В-третьих, это пропитка растворами солей с последующей модификацией. В-четвертых, это синтез наночастиц из сверхкритических растворов. И, наконец, внедрение через газовую фазу. Тем не менее, оптимальным методом для заполнения всех нанотрубок протяженными частицами соединения является первый. Еще в 1998 году была показана возможность заполнения углеродных нанотрубок фуллеренами. Позднее показано, что при повышении температуры фуллерены срастаются и вскоре образуют вторую нанотрубку внутри первой. Кроме того, были исследованы такие соединения, как юдид калия и юдид меди во внутреннем канале одностенной углеродной нанотрубки. Показано, что параметры решетки нанокристалла отличаются от объемного соединения, а в случае юдида меди отличается и сама структура кристалла, его симметрия. Также интересны цепочечные структуры юдида ртути, внедренные в многостенные углеродные нанотрубки, а также юдида серебра, внедренные в одностенные нанотрубки. На этом многообразие структур на основе нанотрубок не заканчивается. Совсем недавно в лаборатории физико-химических проблем были обнаружены новые типы композитов. Это одностенная углеродная нанотрубка, заключенная в оболочку аморфного углерода, обладающая необычными электронными транспортными свойствами. Уникальные свойства углеродных нанотрубок находят широкое применение в различных областях науки и техники. Так, их высокие механические характеристики могут использоваться для производстве сверхпрочных нитей для получения наноактуаторов, а также в качестве острей для атомной силовой микроскопии.
Уникальные электронные свойства, зависящие от диаметра нанотрубок, приводят к возможности использования углеродных нанотрубок в качестве компонентной наноэлектроники, а также для прозрачных проводящих пластиков в качестве рентгеновских трубок, дисплеев и ламп. А высокие физико-химические характеристики позволяют применять их в качестве носителей для катализаторов, для хранения водородов и газов, а также в качестве нанобатарей и нанопипеток. Если рассмотреть подробнее последние свойства, то можно обнаружить, что углеродные нанотрубки могут использоваться в камерах для сгорания автомобиля, батареях с долгим временем жизни, в качестве защитных материалов, а также в таких новейших областях, как наноспинтроника. Рассмотрение патентов, посвященных углеродным нанотрубкам, показывает, что 40% из них посвящено синтезу и производству углеродных нанотрубок, 25% – эмиссии электронов на основе нанотрубок. Остальные работы равномерно распределены между созданием батареи и суперконденсаторов, использованием сенсоров, использованием наноэлектроники для хранения водорода и для создания композитов. В настоящее время уже существуют опытные образцы полевых транзисторов и полупроводниковых гетероструктур на основе углеродных нанотрубок. А с помощью нанотрубки, прикрепленной к острию атомно-силового микроскопа, удалось получить идеальный микрозонд диаметром всего в несколько атомов. Безусловно, компьютерная индустрия не обошла своим вниманием углеродные нанотрубки, создав и успешно протестировав прототипы первых плоских дисплеев, работающих на нанотрубчатой матрице. В таком дисплее под действием прикладываемого к одному из концов трубки напряжения, с другого ее конца испускаются электроны, которые, попадая на фосфорисцирующий экран, вызывают свечение пикселя. В результате зерно изображения фактически определяется диаметром нанотрубки, а следовательно обладает фантастически малыми размерами, не более 1 микрона. Нанотрубки могут также использоваться в качестве очень прочных микроскопических стержней и нитей. Согласно результатам численного моделирования, модуль Юнга однослойной нанотрубки достигает величин порядка 1 терапаскаль, что на порядок выше, чем у стали. Недаром ли реализация одного из грандиозных проектов будущего, строительство космического лифта, основывается на уникальной механической прочности трубок. К настоящему моменту экспериментально подтверждено, что микротрос из нанотруб толщиной с человеческий волос способен удерживать грузы сотни килограмм. Кроме того, в настоящее время уже разработан эффективный способ массового производства электронных схем на основе нанотруб. Для этого чип погружается в раствор с трубами, формируя готовую микросхему. Ученым удалось заставить присоединяться нанотрубы только к тем определенным местам на чипе, которые были заранее промаркированы. Кроме того, ученым удалось разработать методику сепарации полученных нанотруб на так называемые полупроводниковые и металлические. Этот способ поможет несколько раз ускорить производство микросхем на основе одностенных нанотруб. Совсем недавно ученые из Калифорнийского университета заявили о получении первых настоящих устройств NEMS на основе многостенных нанотрубок. Это нанопривод, который может приводиться во вращение при нагреве. Для этого металлическая пластинка приваривается к ручке из многостенной углеродной нанотрубки. При приложении напряжения между роторной пластиной и статорами можно контролировать позицию, скорость и направление вращения роторной пластины. Кроме того, создано углеродное нанореле, которое отклоняется при приложении напряжения на затворе до контакта с электродом тока, так что цепь замыкается. Возможность выполнять многократные циклы переключения показывают, что нанотрубки – удобные и практические схемы для разработки наноэлектромеханических устройств подобного вида. На протяжении последних 15 лет синтезировано самое невероятное многообразие углеродных нанотрубок. X-образные, Y-образные, расширяющиеся от одного конца к другому, покрытые шубой аморфного углерода, фуллереновыми почками. И это только начало.
В работах, посвященных биологическим исследованиям, показана возможность электрической функционализации углеродных нанотруб и нановолоконных электродов биомолекулами. Для этого использовалась электрохимическая реакция, в которой нитрогруппы на специфических наноструктурах разлагались на аминогруппы и затем использовались для ковалентного присоединения ДНК только на эти наноструктуры. В работе продемонстрировалась четырехэлементная структура из ДНК олигонуклеидов на одностенных нанотрубчатых электродах и адресная функционализация субмикронных пучков из вертикально выровненных углеродных нанотрубок. ДНК-гибридизация показала, что ДНК-модифицированные наномасштабные структуры обладают отличной биологической селективностью. В настоящее время в России около 25 научно-исследовательских групп занимаются углеродными нанотрубками. Это работы, посвященные синтезу нанотруб, исследованию их электронной зонной структуры, механических свойств, теоретическим расчетам, моделированию, также исследованиям методом просвечивающей электронной микроскопии, а также создание нанокомпозитов на основе углеродных нанотруб. На этом история не заканчивается, поскольку после открытия углеродных нанотруб было обнаружено большое количество трубчатых структур на основе нитрида бора, оксида кремния, оксида вольфрама, нитрида галлия и так далее. Кластерных молекулярных системах. Планируется осветить вопросы, их открытия, особенности структуры, основные сведения о химизме основных представителей и причины развития данной области, а также области возможного применения. Как несложно понять, каждый из упомянутых пунктов требует отдельного детального рассмотрения как минимум в часовой лекции, при известной степени знакомства слушателя с материалом. Таким образом, постараемся озвучить материал тезисно и максимально доступно. Более подробная информация может быть найдена в литературе, приведенной в конце лекции. Итак, открытие. Впервые упоминание о стабильных замкнутых каркасных углеродных и смешанных бор-углеродных и азот-углеродных структурах появилось в научной периодике в начале 70-х годов прошлого века. Работа вышла в русском журнале, в то время непереводимом, ввиду чего она осталась без внимания. Но уже в середине 80-х годов в рамках масс-спектрального эксперимента при лазерном испарении графита коллективами Смоли и Крота экспериментально были обнаружены углеродные кластеры, в основном содержащие 60 и 70 атомов углерода. Это открытие принесло авторам Нобелевскую премию, потому как прорыв такого рода приравнивался разве что к открытию бензола. Кроме того, как оказалось чуть позже,
Эти соединения можно накапливать в граммовых количествах, что вызвало бум развития физики и химии данных систем. На пути этого бурного развития в космологии разрешилась одна и структура этих молекул некоторое время оставалась неясной. Как она остается неясной для ряда гомологов и по сей день, ввиду возможности изомерии с каркаса С-70. Однако после первых EMR-экспериментов стало понятно, в молекуле С-60 все атомы углерода эквивалентны, тогда как в структуре С-70 5 атомов симметрийно независимы. Понимание того, что менее напряженными из углеродных циклов, среди прочих, являются 5- и 6-членные циклы, при теоретическом рассмотрении задач о стабильности структуры предпочтение отдается в пользу последних. Выполнение теоремы Эйлера, накладывающей определенные соотношения для количества вершин, ребер и граней, определяет однозначно необходимое количество 5-членных циклов для замыкания структуры, состоящей из 5- и 6-членных циклов. Их должно быть 12. Теоретически предсказывается невыгодность контактов 2-5-членных граней. Формируются правила изолированных пятиугольников. Все это однозначно определяет строение фуллерена С-60. Он выглядит как футбольный мяч или архитектурные изыски сэра Фуллера. С-70 отличается числом 6-членных граней. Их на 5 больше. Они формально выстроены цепью по экватору структуры С-60 при повороте полюсных шапок последнего на 90 градусов. Синтез. К настоящему моменту сложно подсчитать все возможные пути синтеза этих структур. В принципе, можно организовать и органическую схему получения интересующих нас структур. Основная идея большинства из имеющихся методов синтеза – это испарение графита, так или иначе. Все установки, как пилотные, так и производственные, отличаются лишь соотношением образующихся в ходе синтеза продуктов. Где-то больше низших фуллеренов, где-то высших нанотрубок. Но те и другие и сажи есть всегда. И если нас интересуют фуллерены, надо делить. Хорошо, что фуллерены растворяются. Делят, как правило, экстракцией, избавляясь от нерастворимых примесей. Нанотрубки, сажи, конверты, графен и прочее. Колоночная хроматография необходима для разделения изомеров высших фуллеренов. Высокотемпературная перегонка нужна практически всегда для повышения частоты образующегося продукта. Основные продукты и возможные каналы их получения представлены на слайде. Возможность анализа наносистем, в том числе и визуального, привела к интенсивному развитию физики и химии кластерных систем в целом. Не составит большого труда найти аналоги фуллеренов или нанотрубок среди неорганических соединений. Однако фуллереновые системы имеют ряд неоспоримых преимуществ. Одно из них, как ни странно, завидная частота, которой можно добиться путем деления, то есть получить индивидуальные молекулы С60 или С70. Для классических методов получения квантовых точек на основе металлов или полупроводников подобный результат просто фантастик. Эти системы, как правило, имеют пусть узкое, но распределение по размерам, а стало быть, по свойствам. Фуллерен устойчив в атмосфере, их свойства можно менять химически. Фуллерен С60 – обладатель одного из самых высоких значений сродства к электрону среди органических аналогов. И все-таки химизм – это основная особенность. Полиненасыщенный фуллерен может являться участником нуклеофильного присоединения и замещения. Радикально простых адентов, например, атомов галогена, сфероид С60 может поместить до 48 штук. Наблюдается, правда, это в одном единственном случае, в случае молекулы С60 втор-48. Сложные органические аденты присоединяются в меньшем количестве, что связано с кинетическими и термодинамическими особенностями процессов. Тем не менее, проблема и в том, и в другом случае остается одна и та же – возможность изомерии. Побороть ее помогают теоретические подходы, способные до проведения эксперимента установить возможный состав реакционной смеси. Наиболее успешной реализацией, вероятно, является подход «жизнь», основная идея которого представлена на слайде. В рамках этого подхода исследователи, начиная с чистой молекулы,
пытаются предсказать возможные изменения и эволюцию топологии присоединяемых адентов при наличии тех или иных кинетических ограничений на пути термодинамически развивающегося процесса. Возможность функционализации, естественно, расширяет возможные области применения. В случае фуллерена этих областей оказывается настолько много, что по данным ИУПАК работа с моли и крота по сегодняшний день остается одной из самых цитируемых. И это уже на протяжении 15 лет. Количество патентов растет, медицина, электроника, механические свойства фуллеренов и нанотрубок также не остаются без внимания. Мы же в режиме экспресс ознакомимся с основными областями применения фуллеренов, отметим наиболее весомые и значимые перспективы. Итак, медицина. Фуллерены, благодаря их размерам, являются эффективными компонентами специфических лекарств. Так, например, представленные на слайде структуры эффективно блокируют ВИЧ-протеазу. Ненасыщенные фуллерены и их производные можно рассматривать как эффективные ловушки радикалов, фактически не имеющие аналогов, что позволяет в ряде случаев бороться с дисфункцией ферментов, приводящей к генерации в организме высоких концентраций веществ радикальной природы. Например, рассеянный склероз, болезнь Альцгеймера и многие другие болезни этого ряда, соматические проявления которых вызваны избытком в организме радикалов НО, достаточно успешно лечатся представленными на слайде соединениями. Устройство, кстати, многих антиоксидантов также базируется на данном эффекте. Фуллерен на свету переходит в возбужденное синглетное состояние, из которого практически со 100% квантовым выходом релаксирует в триплет, который способен катализировать образование активного триплетного кислорода и других сильных окислителей. С этим явлением, впрочем, связывается токсичность фуллеренов. Однако это весьма удобное явление для фотодинамических терапий. Например, фотодинамической терапии рака. Основной проблемой в медицинских предложениях, естественно, является нерастворимость фуллерена в воде. Естественно, несложно было отследить, что все представленные структуры для медицинских приложений, функциональные группы, вводимые, как правило, повышают эту растворимость. Способность растворяться в воде – не такое уж критическое свойство для электроники. Здесь гораздо важнее акцепторные или донорные свойства у молекулы. Устойчивость фуллеренов к окружающей среде при сохранении завидных акцепторных свойств привлекает внимание исследователей, занятых фотовольтаикой и молекулярной электроникой. Диады, триады, включающие фуллерены и его производные, используются в дизайне солнечных батарей. Они используются как рабочий элемент, в котором при облучении света индуцируется комплекс переносом заряда. В этом направлении получены и получаются интересные результаты, развивающие область Flexible Solar Cells. Молекулярные полевые транзисторы пока только в теории демонстрируют рекордные разницы тока в закрытом и открытом состоянии транзистора, близкие к 6-7 порядкам возрастания тока сток и сток при приложении всего лишь 1 вольта затворного потенциала. Тем не менее, не так давно, в 2007 году, это было подтверждено экспериментально на полимолекулярной нековалентно связанной системе. Активация атомного транспорта в подобных системах с использованием электронного или полевого контроля приводит к выводу о возможности реализации элементов памяти или обратимых батареек, базирующихся на данных эффектах. На двух последних слайдах представлены возможные дизайны подобных устройств. Однако, к сожалению, наша лекция подходит к концу, и нам не удалось осветить даже малой части того, что открыто и открывается в этой области знаний. Если кому-то показалось, что это интересно, он может ознакомиться с литературой, приведенной на заключительном слайде.